Всем привет! Сегодня старый Новый год. Всех, кто его празднует, поздравляю со старым новым добрым годом. Пришлю вам сейчас смешную, на мой взгляд, открыточку из ТикТока. Ну, а я чем занимаюсь? Вот как вы думаете, чем я могу заниматься? Смотрите. Оливьешка за Новый год не надоел. Кромсаю оливье. Вот что получается. Сейчас будет лучок, докторская колбаска из говядины, купленная сегодня в русском магазине. Ну, а потом соленые огурчики. Будет вкусное оливье. Ведь праздник же, старый Новый год. И да, оливье, ну никак не получается сделать мало. Всегда тазик. Со старым Новым годом вас, друзья! Всего вам доброго! Хорошего праздника для тех, кто отмечает. Пока-пока. В холодильнике остался со шпротинкой бутерброд. Незаметно к нам подкрался старый добрый Новый год. Поздравления простые. Быть здоровым, не хворать и побольше дивидендов тебе от жизни получать. На судьбу не обижаться, а идти всегда вперед. Если так, то непременно тебе в жизни повезет.